Jednostavno fra Alessandro. Просто fra Alessandro. Из Ассиза. Из Ассиза. Alessandro che viene da Assisi. Мир и добро. Мир и добро. Паче бене. Паче бене. Alessandro. Alessandro, ты францисканец в Ассизи? А не священник. А ты не священник. Это мне напоминает святого Франциска. Ты францискано. Vivi ad Assisi, ma non sei sacerdote, sei frate. Questo mi fa ricordare un po' San Francesco. È bello vivere красиво, красиво жить на местах, где святой Францискус оставил свою духовность. È un onore, è bello veramente, ma è ancora più bello far sì che possa essere condiviso con tutti. Конечно, честь, а это и красиво, что я могу это поделить с другими. И это послание каждого францисканца. Incontriamo le persone, possiamo essere come Francesco. Когда мы встречаем людей, чтобы мы были как Францискус. Seguendo l'invito di Gesù, ha voluto essere il fratello di tutti. Franciscus, следуя Иисуса, хотел стать братом всем. Ecco allora che io sono contento di vedere i miei fratelli e le mie sorelle ovunque. И поэтому я счастлив видеть своих братьев и сестер повсюду. Per questo vi voglio bene. И zbog toga vas volim. И поэтому я вас люблю. Святой Франьо, Святой Францискус любил все творения и пел Господу и телом, и голосом, и, конечно, сердцем. Опять мне это напоминает тебя, когда тебя вижу. Tutte le creature e cantava con il cuore, con la voce, con l'anima e tutto questo. И все это мне напоминает тебя. Anche questa è una missione. И это одна миссия. Quello di trasmettere la bellezza di Передавать Gesù. Красоту Иисуса, Евангелия через музыку. Prenjeti Isusovu ljepotu, ljepotu Evangelia putem glazbe. Francesco era poeta, musicista. Святой Францискус был поэт, певец, музыкант, танцевал, пел. Francesco parlava con tutta la sua vita, con tutti i suoi linguaggi, con Францискус, он пел, прославлял Бога всей своей жизнью, всем своим существом, со всем, что имел, говорил о красоте Бога. Ha conosciuto il paradiso grazie a Gesù. Потому что благодаря Иисуса святой Францискус знал рай. И он не мог это задержать только для себя. Il paradiso è per tutti i miei fratelli e le mie sorelle. A questa mia. Если я получаю рай как дар, это дар для всех моих братьев и сестер. Non lo grido soltanto, faccio ancora di più, lo canto. Ja ne samo da to navještam, da to glasno govorim. Ja eto ne tolka govorju, ja eto delaju ešte silnije i gromče, ja paju. I vjeruju, što eto bolo srce svetova Franciska. Di dire al mondo la bellezza di Dio, la bellezza di Gesù e del Vangelo.
Его желание было неостановительная радость, которую не мог задержать только для себя, и хотел кричать, проповедовать, сказать всему миру о красоте Бога и Евангелия. Facciamo le cose perché dobbiamo, perché è importante, perché è un dovere. Слишком часто в нашей жизни делаем, потому что это важно, это надо, это обязанность. И это не ошибка. А есть что-то больше. Есть что-то, что идет глубже. Идет совсем глубоко и поднимает высоко. И это красота. Когда я что-нибудь делаю, потому что это красиво, потом это станет еще богаче. По своей ядно, сиромашно, очень низкое любить братьев, потому что это надо, что это необходимо. Это очень низкое идти на мессу, потому что это надо. Senza la bellezza. Сиромашное быть это низкое быть уверенный в вере, а без красоты. Красиво. Молитва — это красиво, и розари красиво, и красиво любить братьев. Красота — это наша сопровождающая на пути, путеводитель. Красота — это знамение обращенного сердца. И сейчас мы можем понимать слова святого Франциска, который сказал в Лаверне Богу: «Ты красота». Алессандро, дай, чтобы послушали одну красоту, одну песню из твоего сердца о Божьей красоте. Да, это будет одна песня, посвящена святой Киаре. Madonna de claritate, signora de povertate, stella clarissima. Madonna de claritate, signora de clarissima. Fiore di San Francesco, sposa del re dei re, chiara la terra scura, schiara bella de Cristo, colomba de argentata, rosa purpurea. O sposa bella de Cristo, colomba de argentata, rosa purpurea.
Voilà. Alessandro, mislim da smo... Alessandro, ja думаю, что твоими словами и песню мы открыли ключ жизни для молодых. Alessandro, credo che con le tue parole e con questo canto abbiamo scoperto la chiave per la vita per i giovani. Qual è la chiave per la vita? Когда молодой человек открывает этот ключ, потом он знает, что надо делать в жизни. Scopre questa chiave, allora sa che cosa deve fare nella vita. Spesse volte tanti giovani mi chiedono: come fai ad essere felice? Часто многие молодые спрашивают, почему ты такой счастливый, как тебе удается? Счастье – это не чувство. Счастье, чувство счастья, подобное чувство любви, а любовь тоже не только чувство. Sono una scelta di vita, è il tuo sì, è l'amen di Maria. Sreća i счастье и любовь – это жизненный выбор, это твое да, это аминь Богородицы. Когда ты печальный, потому что ты не сказал аминь. La tristezza nasce dall'inquietudine, dall'instabilità. Рождается из немира, из нестабильности, неуверенности. Туга се рађа због страха. Печаль рождается от страха падать, потому что ты чувствуешь, что ты теряешь равновесие. И его, а Бог сейчас ожидает от тебя твой выбор, твой выбор, и тражи от тебя избор, да се одлучишь за живот, за выбор, выбрать жизнь, выбрать любовь, выбрать свет. И этот выбор имеет свое имя, называется Иисус Христос, Господь. Эламен, il sì a Dio. А амень е и аминь это ваше да Богу. E questo ti porta a scegliere non solo una volta, ma ogni giorno in ogni istante. И jedan takav Такая путь ведет тебя к тому, чтобы ты делал эти решения, эти выборы каждый день, в каждом моменте, в каждой минуте. Сейчас думай о своей жизни, о каждом моменте своей повседневной жизни. Non manca occasione per dire sì alla bellezza, alla verità, all'amore, a Dio. И видишь, да, не недостає пригода, когда можешь речи своє да, что любови, ты всегда истине, можешь любови, сказать да истине, любви и Богу. И поэтому я вам даю домашнюю задачу. Provare per credere. Venite e vedrete, dice il Signore, che significa provate, fate esperienza di me. Господь сказал, придите и увидите, попробуйте. Это означает, попробуйте. Sorridi. Насмешись. Улыбайся. Il sorriso. Улыбайся. Улыбка – это то, что делает твое лицо красивым. Il sorriso è il segno che lo Spirito Santo pervade la tua persona.
Улыбка – это означает, Дух Святой пронизывает твою личность. И начинай утром, когда встанешь, подарь себе одну улыбку. Ciao, sono contento di vivere. Делай улыбку себе в зеркало и скажи: «Чао, я рад, что живу с тобой, с собой самим». И потом будешь встречать людей. Подарь им свою улыбку от имени Иисуса, во имя Иисуса. И потом будешь встречать трудности, проблемы, кресты, страдания. Подарь всем улыбку во имя Иисуса. E con tutti questi sorrisi sparsi lungo tutta la giornata, и со всеми этими улыбками, разбросанными по всему дню, ты будешь произносить слово Иисуса тысячу раз. La tua felicità, questo è dire sì, amen ogni giorno. И будешь открывать, что Господь Иисус твоя красота, твоя любовь, твое счастье, и это твое аминь и да каждый день. Fratarsi, францисканец, ты решил стать францисканцем и не хочешь быть священником. Ты популярный, ты известный. Как тебе получается это жить? Come riesci a mettere in equilibrio queste due realtà? Nella mia vita io desideravo fare una vita solitaria, ritirata ed eremitica. Своей жизни у меня была, моей жизни было одно желание жить жизнь в одиночестве, наедине, как отшельник. Я люблю работать с деревом, люблю реставрировать старую мебель. Mi ha chiesto questa missione di andare per il mondo ad annunciare il Vangelo. A lui jednom trenutku в жизни, в моей францисканской жизни, в ради послушания Господь хотел от меня, чтобы я делал эту миссию, чтобы я путешествовал и был в этой миссии. Эта миссия для меня маленький крест, потому что я бы хотел жить как отшельник. Когда я вижу лица своих братьев, я вижу Иисуса. Tutto quello che è contrario alla mia persona. И прихвачам све оно, и принимаю все, что противоположно моей личности. Я не люблю путешествовать. Я не люблю быть на концертах. Не нравится популярность, потому что я известный. Не люблю фотографии и автограммы. Slike, kad me se slika i kad moram davati svoj, potpisati se. Ma ho imparato una nuova forma di preghiera in questo modo. A takim obrazom ja naučil sa novi vid preghiera dell'offerta. A to molitvi, i eto nazivaetsya molitva darenia. A to je zhertva. I eto zhertva. È digiuno. Eto post. Questo è il mio digiuno. Это мой пост. E io lo offro per la salvezza di tutte le anime. Я это приношу как жертву ради спасения всех душ. Upravo na onaj način kako таким образом в своём ежедневном животе. Как каждый делает в своей повседневной жизни. И вот это для того, чтобы мы были счастливы.
жертва. Quando tu dai la vita per qualcuno nel nome di Gesù, nasce la gioia nel tuo cuore e non ti lascia più. Когда ты даруешь, когда ты подаришь свою жизнь за конкретного человека во имя Иисуса, в твоей volontà di Dio per la mia vita, будет печали. Если это Божья воля для моей жизни, Господи, спасибо. Спасибо, я здесь. Evo, još jednu onda pjesmu, Alessandro. Svadnu pjesnju, Alessandro. Dla Isusa i dla nas. Sì. Un canto molto conosciuto. Jedna pjesenj, očen izvjesna, ja? E vuole essere una preghiera. Pust eto budet malitva. Voi possiate partecipare e cantare insieme a me. И ова песня заправо я думаю, молитва, это и призыв для всех вас, чтобы вы молились и пели со мною. Я буду петь итальянски, а Дух Святой будет действовать, и мы будем петь на разных языках, и это самое важное молитва. Sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore, dolce capire che non sono più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti suo immenso amore.
Alessandro, grazie. Chvalati. Hvala Alessandro, grazie Alessandro. Grazie, grazie a voi. Hvala. Sutra. Sutra nave ce li osciamo cacciuti. Spasiba. Spasiba. Спасибо, Франциска, после месси. Спасибо тебе за эту красоту, которую ты пробудил в нас. Спасибо. Спасибо вам. Я вас вижу, Божье лицо, которое буду носить в порциункулу.